Пока украинская власть пытается заручиться поддержкой в перезахоронении ядерных отходов, в Чернобыльской пуще и в непосредственной близости к украинской столице продолжается горение торфа, которое, тем не менее, было локализовано, но полностью ликвидировать пожар пока не удается. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области. Продолжается тушение. Все остается в тех же границах, как и ранее, сообщили в пресс-службе, имея в виду горение торфа в зоне отчуждения. По состоянию на 7.00 9 июля продолжается тушение двух локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,1 гектара. За сутки ликвидировано возгорание на площади 0,1 гектара. К тушению пожара привлечены 16 единиц техники и 94 человека. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения. Работает мобильная оперативная группа ГСЧС в Киевской области. По радиации превышения норм нет, заверили в ГСЧС. Ликвидация возгорания торфа продолжается в расположенных в непосредственной близости с Киевом населенных пунктах. Горит в 5 районах, продолжается тушение. Общая площадь приблизительно 7 гектар. Новых очагов нет, подчеркнули в службе. В частности, возгорание торфяников зафиксировано в селе Бобрица, в городах Вишневая и Боярка. Возгорание сухой травы и камыша на территории лесного комплекса хозяйства Чернобыльская пуща произошло 29 июня. Впоследствии пожарным удалось ликвидировать травяной пожар, а торфяной локализовать.